Трамваям и троллейбусам Нижнего Новгорода вернули подачу электричества. Администрация города взяла на себя обязательство выплатить 40 миллионов рублей компании ТНС-Энерго до Нового года. Общая задолженность перед энергетиками составляет 160 миллионов рублей. Напомним, большинство трамваев и троллейбусов вчера в 14:00 прекратили движение. Компания ТНС-Энерго отключила электроснабжение транспорта из-за долгов. Ничего подобного этому, мягко говоря, конфузу не случалось примерно с 98 года. Мы рассчитывали погасить задолженность именно до 28 числа, эту цифру мы озвучивали, но, к сожалению, той выручки, которая была заработана предприятием, и тех средств, а вы знаете, что бюджет исполнения очень напряженное, не хватило для того, чтобы выполнить вовремя эти обязательства. Троллейбусы и трамваи вновь ходят по улицам города. Однако возникла новая проблема. Сегодня из-за долгов прекратили и подачу топлива для автобусов. Их движение пока останавливать не собираются, транспорт заправляется за наличные из выручки, и это крайне мера. Что касается автобусов на газомоторном топливе, с ними проблем, к счастью, нет. У нас еще есть обязательство заплатить 20 миллионов компании «Пассажирнефтьсервис». Мы их до конца года заплатим. Вернемся к нашим трамваям. Электротранспорт в Нижнем Новгороде нерентабелен. Виноваты плохой менеджмент и не самое лучшее состояние транспорта. Убытки от трамваев и троллейбусов покрывает город. Что же касается автобусов, Олег Кондрашов, будучи сити-менеджером, допустил передачу Нижегород пассажиравтотранса из ведения областного руководства в городское. В итоге помощи от области в этом вопросе не жди, а у города тем временем образовался огромный долг. Мы уже работали в коллективе, который дружно смотрел в сторону областной власти. Что мы получили? Мы получили груду ржавых автобусов с долгами в почти миллиард рублей. Что мы потеряли? Мы потеряли миллиардные доходы бюджета живыми деньгами. Мы потеряли важнейшие для города функции распоряжения земельным ресурсом. О долгах Нижегород электротранса перед энергетиками стало известно не вчера. Однако, несмотря на то, что один из директоров ТНС «Энерго» Алексей Сидиков является депутатом Гордумы, рука, как говорится, не дрогнула. Получается, что личная выгода важнее, чем город. И вот в комментариях экспертов появилось слово «электрошантаж». К счастью, транспортного коллапса не случилось. В данный момент движение всех троллейбусов и трамваев возобновлено. В преддверии праздника администрации города приходится решать сразу две большие проблемы – с автобусами и с электротранспортом. И судя по опыту Дзержинска и Воронежа, нижегородские трамваи и троллейбусы тоже рискуют уйти в историю. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней.